Всем привет! Меня зовут Наталья Денисова, и сейчас мы вместе отправимся в прекрасный мир медитации перед сном. Примите удобное положение, вы можете сесть удобно или даже лечь. Закройте глаза и давайте для начала расслабим все свое тело. Представьте, как расслабляются пальцы на ногах, ступни, голени, колени, бедра. Почувствуйте, как волна теплой энергии проходит по всему телу, и расслабление проходит для вас очень спокойно. Пожалуйста, почувствуйте себя в безопасности и продолжайте расслаблять свое тело. Пусть расслабляется живот, спина, позвоночник, грудь. Приопускаются плечи, расслабляется шея, расслабляются все мышцы на лице, все мышцы на голове. И вы чувствуете легкость и тотальную безопасность. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох и почувствуйте, как чистый воздух наполняет ваши легкие. Сделайте медленный выдох и с этим выдохом отпустите все грустные и печальные мысли. Еще глубокий вдох и медленный выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. С каждым вдохом ваше тело становится все более спокойным, и с каждым выдохом тело становится чище и легче. И сейчас просто следуйте за моим голосом, наблюдайте, визуализируйте. Или просто знайте. Пожалуйста, представьте, как энергия, которая рождается в центре Земли, поднимается вверх. Эта энергия касается ваших стоп, по стопам поднимается выше и теплой, очень приятной волной согревает ваши ноги. Эта энергия раскрывает все ваши энергетические центры, чакры. Они, словно цветки лотоса, распускаются, и энергия поднимается выше. На уровне сердца эта энергия задерживается на мгновение и соединяется с энергией вашего сердца. И поднимается еще выше и еще выше. Очень мягко и очень легко она выходит из коронной чакры в виде красивого шара света. Он может быть розовым или голубым или золотистым. Он может переливаться разными цветами радуги. Пожалуйста, помести в этот шар частичку своего сознания. И давай поднимем его выше. Представь, как шар поднимается все выше и выше. Выше неба, выше облаков. Представь, как он поднимается сквозь всю нашу Вселенную. Сквозь все существующие галактики и еще выше. Этот шар проходит разные слои света, тусклые, светлые, золотистые. Шар может встретить на своем пути желеобразную субстанцию и легко проходит сквозь нее. Он поднимается еще выше к облаку розового света. Это закон сострадания. Он укажет нам путь в то место, куда и лежит наш путь.
Двигаясь за розовым облаком, мы видим бело-жемчужный свет. Это энергия мироздания. Представь, что твой шар входит в эту прекрасную и исцеляющую энергию. Теперь ты — это все, что есть, а все, что есть — это ты. Почувствуй, пожалуйста, единение с этой энергией. И представь, как оболочка твоего шара растворяется, и исцеляющая энергия мироздания проникает в каждую клеточку твоего тела. Я прошу тебя, доверься этой энергии. Она для тебя безопасна и экологична. Все, что ты видишь и чувствуешь сейчас, это энергия безусловной любви. Позволь этой энергии убрать негатив из твоего пространства. И если в каком-то месте тела ты почувствуешь напряжение или боль, наблюдай, как эта энергия вытесняет боль, вытесняет энергию напряжения, расслабляет, гармонизирует, восстанавливает и наполняет светом. Я знаю, что такое спокойствие. Я знаю, как это чувствуется, быть спокойным. Моя жизнь спокойна и наполнена энергией безусловной любви. Давай сейчас создадим намерение вместе, чтобы эти прекрасные чувства легко встроились в наше пространство и в каждую клеточку тела, в наше сознание и подсознание. Обратимся к энергии мироздания. Энергия мироздания, я прошу тебя, обучи меня и мое тело, мое сознание, мое подсознание быть спокойным, наполненным, гармоничным, легким, здоровым. Я благодарю тебя. Это сделано, сделано, сделано. Покажи мне. И вы можете представить, как энергия мироздания на уровне вашего ДНК наполняет клетки необходимыми знаниями, чувствами. Вы можете представить, как обучается легкости и спокойствию ваше тело, как проникает в разные системы организма и выстраивает обновленные связи. Давайте вместе обучимся быстрому восстановлению, особенно если завтра предстоит важный день или какая-то интересная работа, особенно которая требует вашего активного участия. Энергия мироздания, я прошу тебя, обучи меня, мое тело, легко и экологично, наилучшим образом и в наилучшее время восстанавливать свое ресурсное состояние. И представьте свое тело в образе батарейки, которая прямо сейчас подключается к источнику нескончаемой энергии. И вы можете посмотреть, на каком уровне ваша энергия находится сейчас. Но как только вы обратились к энергии мироздания, уровень вашего заряда начинает расти. Вы чувствуете наполненность. Вы чувствуете ресурсное состояние.
Почувствуйте его. И приятным завершением этого прекрасного путешествия станет волшебный водопад, который состоит из самых сладких снов, самых приятных образов. Вы можете почувствовать, как эта сладость окутывает вас со всех сторон. Она такая тягучая и в то же время очень легкая, как сахарная вата или как разноцветный густой туман. Укутайтесь или дайте этим приятным субстанциям раствориться. Это ваш выбор, ваша жизнь, и она прекрасна. Вернитесь в пространство своего тела и почувствуйте себя здесь и сейчас. Я благодарю вас за эту медитацию и желаю вам приятных снов.